А всем привет, с вами Данте, сегодня мы продолжаем играть в Diablo 3. Играть, проходить, унижать их и все, и так далее. Окей. Фираэль отправился в оружейную бастиона, чтобы разобраться, что за ужасные звуки доносятся оттуда. Он велел передать тебе, чтобы ты тоже шла туда. Ой, так. Сел немного поудобнее, а то вообще не очень. Хорошо. Сидел. Я. Оружейное. Убить. Порождение ужаса. А бобен-то свой сразу. Похоже, теперь камень способен сдерживать находящихся внутри демонов. Мы наконец-то обуздали их ярость. Да, но надолго ли? У нас осталось мало времени. Мы должны сразиться с Асмодафом. Да, как нефиг. Стоит его тратить на разговоры. Я пробьюсь сквозь их ряды, спущусь в кратер и покончу с этим. Ты чувствуешь, как сотрясаются стены. Это Асмодан пустил в ход осадные орудия. Если от крепости останутся одни руины, нам нечего будет защищать. Не ссы. Я разрушу баллисты до того, как это случится. Наконец-то! Выкрикнул такой крутой. Так. Окей. Чё, тут сюда топать? Буферизация. Бастион выстоял. Теперь я отправлюсь на поле боя, где осадные орудия Асмодана уничтожают наших солдат. Аристатские врагта. Это пойти кого-то убивать. Хвала богам, ты ты! Баллисты ведут по нам шквальный огонь. Ты должна уничтожить их, иначе мы не продержимся. Нет, я должен сдерживаться. А ну-ка ж. Некогда вестники погибели, были младшими демонами, которые восстали против Асмодана. Владыка греха с легкостью одолел их, но вместо того, чтобы убить бунтовщиков... Прислужники! Мои братья томятся в камне души. Я слышу их голоса. Какие крики! О помощи! Которые даже доставляют мне удовольствие. И он будет принадлежать мне. 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 Фалему. Или этой девчонке. Сейчас не ее время. Сейчас мое время. Наступает эпоха греха. Асмодана! Я что-то там вижу. Там золото, короче. Еврей мод сейчас включится, я чувствую.
Текс. И прям по грудине. Ты бдыч. Грудина должна была не выдержать такого удара. Закончится, и ты мертвец. Так тонко намекает, что ты такой тнищ. Уйё. Туда. Вот сюда. Ой, господи. Королевский изумруд. Да. Уезжога пристала. Нормально так намекают нам. На хардкор. Обратим их в бегство, братья мои. Вот это армия. Только что-то мертвое больно. О. О, валяясь, делает еще труп. Мы не смогли удержать их. Их было слишком много. Кого? Люди теряют надежду. Демонов становится все больше и больше. Они нападают и днем, и ночью. Сколько бы... Не сдавайтесь! Мы должны дать отпор демонам! Демоны, ангелы вскружились надо мной. Держитесь, братья! Еще больше демонов на подходе! Ой, жума. Опс. Вам было понес. Должна быть, ты та храбрая женщина, о которой я так много слышал. Что ж, нет. Прими мою благодарность. Весь я мужик! Великое свершение. Так, значит, небесная буря. Так, скакун. Омоложение. Так, ярость небеса. О, воздействие эффекта и количество поражаемых их противников увеличено. Им противников. Ой, моя. Не говоря. Что-нибудь такое новое по ей. О, в принципе, в надежде. Союзников щитов сохраняю. Понятно. О, господи. О, случилось. Чё ты, чё ты шандарахнулся тут? Ой, еще сундук. Подозрительный сундук. Чё? Кто пукнул? Так, литейная, не хочу туда. О, там еще какой-то дырк. Казармы. Причем, что туда, мы еще в приключениях сходим. Да. А, великолепный сундук. Самая мощная хрень в мире, что тут не наесть, понимаете? О, непонятные хреновины, которые сдохли от пупинка. Нет, половины пенделя. Текс. Удар с плеча. А, в принципе, в крайнем случае. Изменим. Но проблема, как говорится. Редкий жезл, только для чародеев. Обычно вообще должно выпадать чисто. Вот героя.
все. Вот раньше, блин, вот какой-нибудь предмет такой хороший, мощный, блин. И написано то, что там какой-то из эффектов чисто для там монаха или еще кого-нибудь. А ты играешь там, не знаю, за чародей какого-нибудь. Вот это был попадос. Я помню. Просто играешь и обламываешься резко. И либо, блин, это задрать дальше, либо, блин, клянчу какой-нибудь. У друга там еще кого-нибудь. Чисто что-нибудь. Мост Корсика. Никогда не думал, что увижу его. О, ползет. Ой, нате! Не ожидал? Никто не ожидает такого оборудования. Стойка с доспехами. Ой, шея болит. Пипец. Текс. Разрушить трибушет. Разрушить демонические баллисты. А, ну да, баллисты, я думал, катапульты что-то. Вот, я, кстати, не помню, в чем различие трибушета и баллисты. Я помню, трибушет это вроде бы гигантский арбалет. Баллиста, вот я не помню. Хотя сейчас увидим. О, кстати, вот он трибушет, по-моему. А, нет. Вот он, трибушет. Так, это точно трибушет. Во имя света. Трибушет. Нет, трибушет это по типу большой катапульт. Помощнее. А баллиста это... Это, по-моему, типа арбалета гигантского. Я прав? Ну, как, почти. Ну, в принципе, нормально. Так, если следовать логике, то тогда остальные где-то тут и тут. О. А, нет, ошибся. Чё-то они сдох. Чё-то умирают они. Как не знаю кто или что. Так, последний либо же тут, либо тут. Ща фигах скинь. Вот тут. Очень даже может быть. Стоп, ему. Текс. А вот нифига. Ну, теперь только тут разве что. Это нормально. Что я ничего не смыслю в обороне.
Я просто так и думал, что вот где угодно, но не там, где я скажу. Ну конечно, зато, блин. В тебя бушуют все силы преисподней. И они сокрушат тебя. Собирай свои войска, демон. Они тебе понадобятся. Уважаемый демон! Вы уверены, что вы меня убьете? Ой, блин, как самоуверенно. Одноручная, ладно. Значит, вместо этого поставим пока что что-нибудь так мощное. Теперь я должен чуть побыстрее быть. Я не могу сидеть без дела, пока ты сражаешься с Азмоданом. Как давно я не чувствовал вкуса битвы. Вы разрушили мои осадные орудия, но это ничего не изменит. Изменит? С каждым часом все больше демонов вырывается из адского жерла. Ага, конечно. Скоро от вашей крепости не останется камня на камне. Громкие слова, Азмодан. Но слова — единственное оружие, которое у тебя осталось. Вперед! Мы загоним армию Азмодана. Откройте эту хрень! Надеюсь, этот меч стоил принесенной жертвы. Вперед! Испалюсь. Это матрица моя 100%. Я только что видел синий бою. Вот что такое. Бриллиант. Мне нужно больше гнева. Да мне нужно больше места. Сука, иди сюда, мать. Все ремни на то нажимаем. Ой, так, 8 по области. Вероятно. Не, ну я понимаю, если бы мне это очень так бы сейчас пригодило. Экспресс способ спуститься. Только в наших авиалиниях. Это, блин, я думал, он спускается, зараза. А он улетел наоборот. Меня на это. Меня обманули. Наконец-то. Вот от полеты. Я вижу, я слышу, как кто-то призывает кого-то. Умрите, твари!
Ну чё так игра все время подвисает, а? Тут притесты записи не лагало. Может, этот персонаж зависит? Хотя навряд. Акан собрал самых преданных и закаленных последователей Закарума. Он обучил их пользоваться силой света, подобно паладинам из недавно основанного ордена. Но эти первые крестоносцы постигали такие силы Закарума, о каких паладины и не слышали. Значит, ты веришь в свое дело, но совершенно не помнишь, что заставило тебя встать на этот путь? Да, все так. Но вера без возможности выбора — это иллюзия. Мы, крестоносцы, выполняем свою миссию уже 200 лет и понимаем, что, возможно, мы сами будем значит ли это, что все, что я сделал прежде, было впустую? Абсолютно все. Может даже быть. Может даже очень это быть. Но если думать то, что все, что ты раньше делал, сделано зря, то это ты, значит, не жил вообще. Демоническую печать на этих вратах. Элдруин? Меч, что ли, твой? Это нормально такой за спину смылся. Здрасте. О! Вылезла! Сатана! У нас получилось! Уйди, бабуся! Давайте посмотрим. Ну, в принципе, нормально. О штурмовом звере ходят легенды. Кошмарные истории, которые шепотом пересказывают в ночи. У меня важные новости. У Лии было еще одно видение. Она видела гигантские демонические колонны, внутри которых бьются чудовищные сердца. Я знаю, что это такое. Их называют сердцами греха. Должно быть, Азмодан поднял их из глубин преисподней, чтобы они вливали силу в его нечестивых демонов. Тогда я заставлю эти сердца остановиться и сокрушу легионы демонов. Если так подумать, главный герой любой игры убивает чуть ли не триллионы монстров, врагов, но умирает в каком-нибудь... Демонические врата разрушены. Меня ждут войска демонов, черпающих силы из сердец греха. Я убью их всех, доберусь до Азмодана и покончу с ним раз и навсегда. Там еще, не знаю, миллионы пуль влетели в него, там что-нибудь еще так, типа такого же. Ты сломала мою игрушку. Теперь ты полностью завладела моим вниманием. Не нравится мне речь этой девки. Ладно, давайте на этом закончим. Всем спасибо, что смотрели. С вами был Данте. Всем спасибо и всем пока.